Греческий суп с фрикадельками немного отличается от привычного всем нам супчика. На своей родине он носит название юварлакия. Его отличие в яичном соусе, который придает супу желтоватый оттенок. Если вы хотите знать, как приготовить греческий суп с фрикадельками, то просто внимательно изучите этот рецепт. Это блюдо имеет приятную необычную кислинку. Таким образом, оно отличается от привычных для нас первых блюд. Стоит попробовать. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Возьмите глубокую миску, выложите в нее фарш, подойдет говяжий или свиной, а можно взять смесь. Добавьте к фаршу мелко нарезанный лучок, затем вбейте яичко, всыпьте рис, добавьте несколько ложек водички, соль, перец, зелень и любые приправы или специи на ваш вкус, перемешайте все ингредиенты, скатайте из фарша фрикадельки. Возьмите сотейник или сковородку, влейте туда немного растительного масла, мелко нарубите репчатый лук, а морковь, кружочками, выложите в посуду, пассируйте до желтоватого оттенка. Затем переложите зажарку в кастрюльку, залейте чистой питьевой водой, доведите до кипения, затем положите в суп фрикадельки, варите 30 минут на слабом огне. Пока фрикадельки отвариваются в супе, приготовьте специальную заправку мусс, для этого разделите белки и желточки и взбейте их отдельно друг от друга, в желтки добавьте лимонный фреш, соедините аккуратно желтки и белки, введите в них муку, перемешайте так, чтобы не осталось комков, заправка для супа готова. Жду ваших лайков и комментариев. Введите смесь в кипящий суп очень аккуратно, постоянно помешивая, чтобы яйца не свернулись. Томите суп еще 5 минут, добавьте мелко нарубленную зелень и подавайте супчик к столу. Вкусняшки, подписавшимся. Ингредиенты. Фарш мясной, 500 грамм. Каша рисовая со свининой, 2-3 стакана. Лук репчатый, 2 штуки. Морковь, 1 штука. Яйцо, 3 штуки. Вода, 1,5 литра. Лимон, 1 штука. Мука, 1 столовая ложка. Петрушка, половина пучка, оливковое масло, соль, перец, по вкусу, количество порций, 6. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока.